Вот, обещал показать и показываю дуб диаметром почти 2 метра. 1,80 м. Этот дуб, вот это при входе в заповедник, вот этот дуб здесь рос очень давно. И ну, мы просто любовались этим красавцем, это был прекрасный дуб. И вот он рухнул. Такое ощущение, что вот он даже земли много не выворотил. Сейчас там будут в конце ролика две фотографии. Посмотрите просто корневую систему этого дуба. Такое ощущение, что его просто кто-то тихонечко подтолкнул. Вот. Не подрезал ничего. Смотрите, корни. Вот он лежит. И вот сейчас мы увидим. Вот фотография его корневой системы. Вообще, завалы начинаются не только в ущельях в далеких, но и при входе в заповедник. Вот. Сейчас покажу еще и на асфальте. То есть даже подъезд к заповеднику оказался заблокирован деревьями, которые вот как будто намеренно сброшены на вход заповедника и на подъезд к нему. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, вот это вход заповедник сейчас у нас. Вот они, ворота заповедника. И тут такие прекрасные росли сосны. И вот эти сосны, сейчас их распиливают лесники. А дальше покажу, что делается на асфальте, на подъездном шоссе. Вот, значит, здесь деревья падали и справа, и слева. И вот не могу сказать, что там какой-то массовый камнепад. То есть такое ощущение, что все деревья, которые упали, они упали именно на дорогу. Вот, на этот асфальт. А кто не видел моих роликов о том, что делается в дальних ущельях, где, собственно говоря, мы и пытались в этом году найти реликтового гоминоида, смотрите видео по ссылке из описания и комментариев. Спасибо.